Добрый вечер. Good evening. Жду один отличный матч. Много людей на стадион будет 100%. У нас очень важный это матч прямо здесь, в Истанбуле. Поэтому, что если здесь сделаем хороший результат, в Москве большой шанс будет, чтобы прошли дальше. Но будет очень тяжело, потому что Фенербахче очень хорошая команда. Индивидуальное качество у них отлично. И посмотрим, что завтра будет. Учитывая отношения нынешней России и Турции, чувствуете ли вы особое напряжение перед игрой? Слушайте, меня не интересует это. Я играю в футбол, и концентрация будет только на поле.